Всем привет! Сегодня, наконец-то, я буду слушать своего любимого Порч, который будет вместе петь с Оксимироном, с Маркулом и с каким-то Иданом. Вот, новый трек под названием «Struggless». Что такое, не знаю. Но когда поют эта команда в лице Порча и Оксимирона, и еще тут и Маркул, то всегда интересно послушать не обязательно даже смысл, а вот этот отпор особенно идет такой вот этот такой напор и драйв, ну тот, который я люблю обычно. Ну давайте посмотрим, что они тут нам придумали. Интересная какая-то вот все это вместе, как-то так предвкушаешь, что-то там будет интересное, мне кажется. Такое ощущение, что я вот это слышал уже когда-то, не? Это Иден поет? Или это Порча? Наверное, это не Порча. На грани реальности и абсурда. Глаза закрывая, сжимая зубы. Маркул? Годами одна секунда, мне уже никогда не сбежать отсюда. Не избежать беспощадных будней. Я продолжаю по шаткой струнке перемещаться в песчаных бурях под ногами игра. Я наблюдал из-за кадра, понимал и вникал, чтобы наверняка. Но ожидание сказка остаться было никак. Мир уже намекал, карма будет стебаться, так же будет всегда, вот да. Но я нацепил себе панцирь, встал и принял удар. Не дать, не взять, вся моя жизнь 2D. Май 2G в огне, дым побежит наверх. Прав на ошибку нет, сколько бы ни смотрел, вниз это риск по мне. Ты придержи совет, я сам все решил за всех. Я буду двигать, пока есть силы, пока ноги держат нитка, шаги не стихнут. Пока ебашит этот бит, бро, мне надо быть тут. И пока свет еще не видно, это не финиш, Депрессивные дебри, агрессивные как дерби. Сквозь эти негостеприимные земли, эмигрантские среди детей, бесперспективные семьи, фунтов серых. Нет, ты везде единственный бедный. Мало шансов. Камден, Катфорд, Амбро, Альма-Матер, Джангл, Парки Мандем, Ранний Андер, Карты Трансфер, Каунсел, Хаузинг, Элефантен, Кассу, ДКСР 10-м пахал консультантов в Карфакс, но у меня был план. Марку факел передал, взорвав, будто Итану Блант. Грим-парк это не клан, хотя не факт. Тянем одеяло на себя с первого дня, и так годами чужикам не раскрывая карт. Эй, мотай на усье, раньше в Литовске четвером, и так до устриц, сиди рома. Классно, вот понимаете, вот даже вот эта вот манера такая. Что считали нужным, прости нас великодушно. Мы обманули судьбу, ведь быть не должны были тут. Маркул, да, пошел? Аванс в лицо на билборд, аппетиты растут. Залипаю в айфон, поджигаю фитиль. Все дели суть трон, не бейте мозги. Чтобы делать музон, и вот и нести. Мне не нужен скандал, он в поводы в СМИ. Классно вообще, вот понимаете, вот это вот прям какой-то мюзикл. Не зависел от количества на карте. От подъездов до С-класса. Я был 10 лет на старте, Делай вещи, теперь все, кто смотрит с высока, я делаю речи. Пускай в кармане не гроша, мир полон трещин. Пока есть песня, но сундука наполнить есть чем. Классно вообще. Хочу заметить, насколько вырос Оксимирон именно по звучанию. Ну, я понимаю, что это он тут не один, да? Ну, просто вот уже если сравнивать то, что было в его далекой молодости, хотя мне тоже все нравилось,
и сейчас. Вот я как бы все треки, раз есть Оксимирон, значит, я считаю, что он-то тут где-то рядом. Вот. Принимает участие в том, что получается. И поэтому вот настолько шикарно вот это сделано, и просто небо и земля от того, что было и до чего он докатился. Вот. Маркул, то есть вот когда вошел Маркул, я понимаю опять, что эту музыку писали, но наверняка же не он сам туда добавлял себя, я имею в виду свою интонацию, но у него вот эти переливы, то есть вот это просто вот сразу вот как-то он так запел, и получился какой-то совсем другой. То есть вот много-много разных вкусностей получилось, вот такой замечательный трек. Просто шедевр. Вот ничем не хуже, мне кажется, вот этого контракта, конструкта, или кто он там был. Вот. Если сравнивать, ну, то есть вы все заметили, да, что мне понравилось, я тут это приплясывал и так далее. А вот если их сравнивать, кто есть лучше для меня, кто пел как, я бы вот, ну, на первое место я поставила Порчи, потому что как-то вот мне всегда его энергетика. Вот. Даже вот Оксимирон с Маркулом, даже думаю, ну, Оксимирон, и мне кажется, я бы, наверное, Маркулу поставила вот по вот, вот этим своим каким-то интонациям, было шикарен. Потом Маркула, а потом и Дан. Хотя мне кажется, что они все были просто замечательны, шикарно, здорово. Слушайте Оксимирона, все будет хорошо. Всем пока.